Деньги – это абстракция, и за деньгами всегда стоит какой-то блок. И я вчера вам предложила сесть на стульчик, либо представить, где стоят деньги, да? Вот. И насколько они далеко от вас будут стоять. Но смотрите, как вас вчера, кто-то, может быть, сегодня сделал, неважно, как вас обманул мозг. Может быть, вы настолько хотите этих денег, что некоторые прям написали, что я прям почувствовала, что я их держу в руках. Когда вы держите деньги в руках, когда они у вас стоят где-то, когда вы их держите в руках, это всегда говорит о том, что они на каком-то расстоянии от вас. Они на каком-то расстоянии, и мало того, что на расстоянии, вы как будто бы не чувствуете, что эти финансы, это есть вот этот вот мостик от вашего, от вашей души, да, к вашему миру. То есть ваш мир – это ваше тело. Вот сейчас мы рассмотрим тело с другой точки зрения. Рассмотрим тело с точки зрения, что это не то, что ваш какой-то скафандр, а именно рассмотрим с той позиции, что это уже начало другого мира.